Александр Мор призвал усилить контроль за соблюдением санитарных требований в общественных местах и на предприятиях Тюменской области. Это связано с продлением режима повышенной готовности, а также с ростом заболевших COVID-19 в регионе. Сегодня специалисты Роспотребнадзора, департаментов потребрынка и гражданской защиты проверили несколько заведений, которые расположены в крупных торговых центрах, в том числе кинотеатр «Фаворите». При покупке билета вы осуществляете соблюдение социальной дистанции. Ну, то есть, смотрите, здесь при выборе мест автоматически вот сейчас. Ну, давайте ближайший сеанс посмотрим. Автоматически выделяются места вокруг. То, что вот крестиками отмечено, да, на экране, то есть на эти места вы уже билеты не продаете. Если приходят, допустим, компания из нескольких человек, соответственно, как это будет выглядеть? Максимум 2-3 человека, семью садим вместе. Грубых нарушений не зафиксировали, но замечания были. Между сеансами не соблюдают временной промежуток в 10 минут, не хватает антисептиков. Все недочеты устранили на месте. Отмечу, что за время режима повышенной готовности специалисты проверили более 500 объектов и составили почти 400 административных протоколов. За сентябрь нами проведено 60 совместных контрольно-профилактических мероприятий. Проверены объекты торговли различных форматов, от небольших магазинов до крупных гипермаркетов. Проверены торговые центры, кафе и рестораны, объекты бытового обслуживания, детские игровые комнаты и кинотеатры. Проверки проводились как в городе Тюмени, так и в других населенных пунктах Тюменской области. При этом в ходе проведения проверок в сентябре мы отмечаем увеличение количества фиксируемых нарушений, в том числе нарушений требований масочного режима. В случае, если предприятия не соблюдают и не обеспечивают безопасность обслуживания потребителей, к ним будут применяться меры административного воздействия, как в виде штрафных санкций, которые составляют до 1 миллиона рублей, так и в виде исключения таких предприятий из единого реестра.